Кто в детстве не мечтал побывать на шоколадной фабрике? Герои одного известного фильма даже боролись за это право и искали в упаковке от шоколада золотой билет. Но к чему приводят такие мечты? Что будет, если съесть много шоколада? Может ли он быть полезным? Или единственное, что мы можем выиграть, это золотой билет? К стоматологу. Подобные вопросы люди стали задавать себе не так давно. В привычном нам виде плитка появилась в конце 19 века, когда швейцарец Даниэль Петер выпустил на рынок молочный шоколад. Так сакральный напиток ацтеков и майя с горьким и вяжущим вкусом превратился в сладкое лакомство. А дальше с классическим рецептом стали экспериментировать. Менять процент какао-масла в составе. Чем он выше, тем вкус более горький. Так появилось легендарное сладкое трио – молочный, темный и горький шоколад. Выбирая сладость к чаю, стоит помнить, что от вида и вкуса напрямую зависит польза. Самым калорийным и энергетически ценным является молочный и белый шоколад. Ну, собственно, поэтому горький, да, не все любят, именно за счет того, что там мало содержания сахара, и он имеет яркий такой вкус порошка какао, это горький вкус. Калорийность иногда идет на пользу. Так питательный белый шоколад, который придумали в Омске в военные годы, помогал врачам быстрее ставить солдат на ноги. А те, кто считает калории, выбирают шоколад без сахара. Такие плитки часто встречаются на прилавках. На слово надписи на упаковке лучше не верить, а внимательно изучить состав. Некоторые производители под словом «без сахара» понимают то, что в продукт не добавлен тот самый столовый сахар или сахароза. Но под понятие сахар подходит и целый ряд других углеводов. Все вот эти новомодные сиропы, агавы, кленовый сироп, глюкозофруктозный сироп – это все сахара, которые по калорийности зачастую превышают тот самый столовый сахар. Чаще шоколад без сахара рекомендуют людям, страдающим диабетом. Здоровый человек в нем не нуждается и может полакомиться обычным шоколадом с сахаром, соблюдая суточную норму от 20 до 40 граммов. Но помним, чем горче шоколад на вкус, тем слаще его эффект. В горьком больше какао-продуктов, а значит кофеина, теобрамина, магния. Эти микроэлементы помогают поддерживать наше здоровье. Оказалось, что систематическое потребление шоколада пожилыми здоровыми людьми, хотя бы в течение 3 месяцев, но ежедневно стараться нужно, оно приводит к улучшению показателей памяти. Это же правило справедливо и для молодых людей, для здоровых молодых людей, у которых прием шоколада приводит к улучшению мозгового кровообращения. Но во всем должна быть мера. Чтобы шоколад не стал для вас проблемой, нужно вовремя остановиться. Говорят, что бывают сладкоежки. Я себя к ним отношу. Вот точно, очень люблю сладкое. Можно ли сказать, что у меня зависимость от сладкого, в том числе и от шоколада? Есть очень простое разграничение, критерий простой. Мешает ли вот это вот? Ну, зависимость или независимость в выполнении своих социальных ролей. Взяла я ломтик шоколадки, съела его, и что с моим мозгом-то происходит в этот момент? Какие процессы запускаются? Это запускают, видимо, как раз те самые вещества, которые содержатся в шоколаде, и здесь, наверное, велика роль биофлавоноидов. Если говорить про чувство удовольствия, про положительные эмоции, которые вызывает шоколад, здесь есть прямое влияние его на систему подкрепления. Оказывается, что после приема горького шоколада меняется электрическая активность мозга, улучшается проведение нервного импульса. Даже стоматологи поддерживают идею о пользе шоколада, но уточняют, если вы съели лакомство, обязательно проведите гигиену полости рта. Ни сам шоколад, ни сладкое, эмаль зуба не разрушают. Разрушают кислоты и бактерии, которые тоже, как и мы, любят это сладкое. Если мы покушали шоколад, нам вкусно, и мы пошли после этой нашей вкусности, почистили зубки, не будет никакой беды. Движения во время гигиены полости рта должны быть правильными. Что означает правильными? Передние поверхности всех зубов мы прочищаем вертикальными движениями, ни в коем случае не горизонтальными. Оказывается, шоколад полезен не только для нашей головы, но еще и для нашего тела. Сейчас узнаем, какие процедуры делают с этой сладостью. Будет очень вкусно. В
обертывание шоколадное, как в спа-процедурах, как уходовое, просто расслабиться, потому что как шоколад действует на наш мозг, когда мы его кушаем, расслабляет и радует нас, так и для тела. То есть тело тоже радуется с помощью шоколада. Или же коррекция фигуры, что нам дает антицеллюлитный эффект, и так как это горячее обертывание, оно дает нам эффект уменьшения объемов. Подведем итог. Если есть шоколад в миру, то он поможет замедлить процессы старения кожи, улучшить настроение и пойдет только на пользу. Поэтому не отказывайте себе в сладости и наслаждайтесь на здоровье.